Теперь путь к детскому саду номер 8 будет ровным и гладким. И родители, и жители соседних домов дождались обновления внутриквартальной дороги. Раньше приходилось ездить по ямам, оставляя в них запчасти автомобилей. Оставляли, конечно, пробивали, и бампер задевал. Дорога была в удручающем состоянии. Ездить было по ней невозможно. Сейчас, слава богу, сделали. Все жители довольны. На улице Советской армии 192 трудится бригада из 10 человек и несколько единиц техники. Гудронатор, асфальтукладчик и 3 катка. Подрядчики соблюдают шумовые нормы и прекращают работы до 9 часов вечера. На участке в 1700 квадратных метров провели все подготовительные работы, после чего уложили основное покрытие. Подготовительные работы, да, разборка покрытия, фрезерование. Вот у нас там сейчас на пересечении Советской армии и дворовой территории данная разборка выполнена, поэтому мы сейчас туда вставляем асфальтоукладчик и начинаем восстанавливать покрытие асфальтобетонное. Подрядчик дает 5 лет гарантии на выполненные работы. Участок для ремонта был выбран не случайно. Помимо обращений жителей, на выбор повлияла близость учебных заведений. На основании того, что здесь находятся социально значимые объекты, такие как детский сад, школа и так далее, поэтому необходимость ремонта данного участка дороги была высокой, в связи с чем был этот адрес включен дополнительно в адресный перечень ремонта дорог согласно муниципальному контракту. Отвезти своих детей в садик и в школу по новой дороге жители смогут уже 1 сентября. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События.